огурчики растут хорошо, набирают как бы как массу вес. В общем-то, как мы не обижаемся. Пока по первым опытам нормально идет огурец. И завязи хорошие. За окном снег, а в теплицах овощевода Раисы Сотниковой настоящее лето. Поспевает первый зимний урожай огурцов и свежей зелени. В сентябре посадила рассаду, и буквально через неделю местные огурцы, укроп, петрушка и перец попадут на прилавки магазинов юга края. В этом году вот огурец выращиваем, изумрудный поток. Он у нас, значит, неприхотлив к освещению и к перепадам температуры, выносливый. Вот, посадили томаты, как бы, как уже показывают, что в наших условиях они могут зимой расти в теплицах без проблем. Для эксперимента на пробу фермеры посадили пока только 500 корней огурцов. Поспевают томаты. По словам овощеводов, применение инновационных технологий в тепличном комплексе позволяют не только собирать урожай круглый год, но и строго контролировать качество продукции. В этом году мы рассаду выращиваем под теплицу под поликарбонатом. Потом у нас идет слой пленки тонкой для удержания тепла. И изготовили котел на водяном отопление по периметру. У нас трубы брошены, то есть, чтобы поддерживалась постоянная температура. Ну, следственно, это и как бы экономит уголь по сравнению с прошлым годом. Это, считай, в два раза. В ноябре фермеры планируют запустить еще одну круглогодичную теплицу и высадить более 1000 корней рассады, огурцов и помидоров. Сегодня уже приступили к монтажу оборудования. Металл, проф, лист гибкий. Свариваем его в два раза, получается профильная труба. Чем больше объем, тем больше площадь обогрева. Первый урожай овощеводы начнут собирать через неделю, а следующий как раз к новогоднему столу. Не секрет, за местной витаминной продукцией на рынках выстраиваются в очередь, так как местные овощеводы пользуются высоким спросом и значительно отличаются от привозных по вкусу. Они выращены без добавок и химикатов, как на собственном огороде. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.